Малачуев Олег Григорьевич. Щитовик. Прикрыл отход бойцов из-под автоматного огня боевиков, но сам был при этом смертельно ранен. Оперуполномоченный отряда милиции специального назначения «Рысь» Министерства внутренних дел Российской Федерации. Олег родился 18 марта 1977 года в поселке Фруктовое Луховицкого района Московской области. Русский. Отец электрогазосварщик совхоза Полянки, мать медсестра в детском саду. В 1994 году окончил местную среднюю школу. В августе того же года призван в армию. В 1999 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова. С 1999 года служил в офицерской роте специального назначения отряда спецназа «Витязь», отдельная мотострелковая дивизия оперативного назначения внутренних войск МВД. Первая командировка состоялась спустя 5 месяцев после окончания училища, город Нальчик. В 2002 году участвовал в операции по освобождению заложников Норд-Оста в Москве. С 2007 года служил оперуполномоченным 5-го боевого отделения отряда милиции специального назначения «Рысь» Министерства внутренних дел. Специальность «Щитовик». Спецназовец, идущий впереди группы с тяжелым более 20 кг, бронированным щитом и прикрывающий группу. Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северокавказский регион, участвовал в 35 специальных операциях, в которых было осуществлено 14 адресных проверок, 17 выездов на места происшествия, задержано 9 подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям, уничтожено 9 боевиков. Ранним утром 2 июля 2009 года подразделение спецназа приступило к проведению спецоперации в районе села Кантышево Республики Ингушетия, где, согласно оперативным данным, скрывался руководитель бандгруппы Зелимхан Джангигов, на счету которого было несколько терактов, а также убийство сотрудников МВД и ФСБ. При проверке одного из нежилых зданий Малачуев под прикрытием специального бронещита приблизился к зданию, подергал ручку двери. Скрывавшийся внутри террорист на ломаном русском языке крикнул: «Я сейчас открою», и сразу открыл автоматный огонь через входную дверь. Несколько пуль попали в щит Малачуева, открывшего ответный огонь. Спецназ стал отходить за угол здания, и когда уже все были в недосягаемом для огня боевика месте, тот выпустил очередь по отходившему последним и прикрывающим группу Малачуеву. Одна из пуль попала в незащищенное пространство между щитом и пластинами бронежилета, угодив в область сердца. Террорист был уничтожен из гранатометов. Через несколько часов капитан, не приходя в сознание, скончался в госпитале. Указом президента Российской Федерации от 20 сентября 2009 года за мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского долга в Северокавказском регионе, капитану милиции Малачуеву Олегу Григорьевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно с вручением медали «Золотая звезда». Похоронен на родине, на кладбище сельского поселения Фруктовское Московской области.